5 марта стартовал республиканский чемпионат по футболу. В первом туре наши футболисты встретились с кызылординским «Кайсаром». Игра прошла под диктовку кызылжарцев. Тогда они одержали победу со счетом 0-1. Останавливаться на этом наши спортсмены не собираются. 10 марта в рамках второго тура футбольный клуб «Кызылжар» встретился с атакенским «Мактааралом». Игра проходила в Павлодаре, так как наш стадион не готов принимать гостей. С первых минут матча соперники не хотели уступать друг другу и усиленно боролись за мяч. Дело дошло даже до желтых карточек, но забитыми мячами штрафные удары не увенчались. Распечатать ворота соперника кызылжарцы смогли на 24-й минуте матча. После навеса во вратарскую зону отличился нападающий кызылжара Максим Чиканчи. Больше в этом матче оформить гол никому из футболистов не удалось. Итоговый счет встречи 1-0 в пользу нашей команды. Отмечу, это вторая победа из двух. Сейчас футбольный клуб «Кызылжар» 6 очками занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. Следующую свою игру они проведут 15 марта против кокшетауского «Окжетпес».